Победители призвали тренер победителя просит подойти на построение для проведения церемонии награждения. Весовая категория до 79 килограммов. Весовой категории до 86 килограммов. Поединок за первое место берет красным трико представитель команды Красноярского края, а следующий будет Маша. Победитель Сибирского федерального округа, бронзовый призер международного турнира Александр Медведь. Представляет Академию борьбы имени Яшвили тренеры Алексеев и Несов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса Герман Устинов. Представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Дмитрий Зайдетинов, Константин Власов, Алюша Жидов, Тимур Николаев, Владимир Дмитриевич Лебедев, просьба подойти на построение для проведения церемонии награждения. Поединок за первое место. Весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико представитель команды Красноярского края Азрет Улитбашев, мастер спорта России. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса Герман Устинов. Так, а вы что-то делаете?
Весовой категории до 86 килограммов. Победу одержал Асвен Улипашев, Красноярский край. И становится победителем данной весовой категории. И еще один претендент на выигрыш.